Я предлагаю сперва пробежаться по новым скинам для оружия. Как по мне, они получились достаточно невзрачными. Но это уже дело вкуса, не более. Также вместе с этим обновлением бесплатно добавили новый костюм, а также порезали урон врагам на нормале. Куда больше для нас с вами интерес представляет новое оружие и, внимание, граната! Ладно, хорошо, сейчас заценим. Сколько? Пидорасы. В смысле, блядь? Ладно, блядь, поиграю я с вашей гранатой. Ну, на самом деле, такое себе. Вроде и станет, вроде и урон наносит, но... Ну, серьезно, 4 штуки. У них еще анимация долгая, пиздец вообще. Окей, новое оружие. Вы серьезно? Ну такое... Ну вот это, кстати, очень даже неплохо. Можно спамить под ствольником и радоваться жизни. Новая ППшка, кстати, мусор. Нет, серьезно, сколько их уже повыходило, а лучше марка 10 или микро-УЗИ, так ничего и не придумали. Какой можно вывести из этого всего итог? Сколько? Пам-пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. It's a fucking chill!